Ну, что можно сделать сейчас, когда мы находимся, значит, в преддверии кампании, что можно сделать сейчас? Во-первых, конечно же, это огромная ответственность со стороны тех политических, демократических политических партий, которые на самом деле, ну вот сейчас на самом деле есть красная линия уже, мы уже дошли, дальше уже невозможно. То есть сейчас должна быть очень огромная ответственность со стороны всех демократических лидеров или демократических партий. Я сейчас говорю и о либерально-демократической, демократической партии, и о коммунистической партии, и о либеральной партии, потому что эти партии в своих платформах говорят очень четко о демократическом устройстве, продолжении, углублению демократического устройства и улучшения жизни людей, и которые не спекулируют, не популяризируют, скажем так, не спекулируют на каких-то проблемных ситуациях. И они не только в данном случае должны просто обещать, они просто-напросто должны взять на себя ответственность за то, что следующие 4 года в этой стране первый, самый главный индикатор успеха должно быть благосостояние людей. Это самое главное.